Выпуск продолжит криминальные новости. В Иркутске задержали дебошира. В полицию поступило сообщение об агрессивном поведении посетителя в одном из продуктовых магазинов. Известно, что мужчина повредил имущество торговой точки и нанес себе телесные повреждения. На место незамедлительно выехали правоохранители. Буйного покупателя передали медикам для освидетельствования. Когда нарушитель придет в себя, им займется полиция.